Республика Северная Осетия Алания – единственная в составе Северо-Кавказского федерального округа, почти половина населения которой исповедует православие, и около 30% – традиционную религию предков, поклоняясь богам и силам природы. Этот показатель является самым высоким в Российской Федерации. Предками современных осетин были аланы – ираноязычные кочевые племена скифо-сарматского происхождения, которые, освоив территорию нынешней республики для проживания еще во II веке до нашей эры, были практически полностью уничтожены татаро-монголами во главе с Тимуром. И сегодня в республику приезжают тысячи туристов, чтобы не только насладиться невероятно красивыми горными пейзажами, но и поближе познакомиться с историческим и культурным наследием региона. Одним из самых посещаемых мест Северной Осетии можно назвать некрополь, расположенный недалеко от селения Даргавс, город мертвых. Первые захоронения относятся к 17 веку, когда Даргавс был главным центром тагаурского общества, высшего сословия Восточной Осетии. Сейчас некрополь насчитывает 95 фамильных склепов трех типов. Наземные с пирамидальной и двухскатной крышей, полуподземные и подземные. Такие архитектурные особенности указывают в первую очередь на социальный статус рода. Далеко не каждый род мог позволить себе построить наземный склеп с пирамидальной крышей. А сам способ захоронения обусловлен отсутствием технологии бальзамирования и природными факторами, которые способствовали естественной мумификации тел, сухой воздух и большое количество ультрафиолета. Хоронить начинали с основания склепа, перекрывая каждый следующий уровень деревянными настилами. Таким образом, в некоторых склепах можно было разместить до 100 тел. И, конечно, женщины покидали этот мир с драгоценностями и предметами быта, а мужчины, как и положено воинам, с оружием и доспехами. При изучении захоронений были найдены предметы, относящиеся не только к разным историческим эпохам, но и имеющие разное географическое происхождение. Восточные ткани, грузинская и дагестанская керамика, стеклянная посуда. Те немногие артефакты, обнаруженные во время официальных исследований, заняли достойное место в музейных экспозициях страны. Но, к сожалению, большинство склепов было попросту разграблено. Даже несмотря на то, что в 18-19 веках, когда в горных ущельях бушевала эпидемия чумы, склепы служили местом отчуждения, куда заболевшие уходили умирать, порой целыми семьями, чтобы не заразить других. Как доехать до некрополя? Маршрутов три, но самый простой путь, который можно осилить даже на легковом авто, направиться по Феогдонскому ущелью в сторону селения Верхний Феогдон. Перед въездом в населенный пункт с левой стороны вы увидите памятник Ленину и этот левый поворот. После перевала вы попадете в поселок Фазикау, выполните такой незамысловатый маневр и уже через 10 минут прибудете в Даргавс.